Крещенский сочельник. Опуская в воду крест, батюшка освящает воду. Теперь православные христиане могут совершить таинство крещенского омовения. Крещение Господне или Богоявление – один из самых важных праздников. Православная церковь начинает отмечать его в ночь с 18 на 19 января. В Видновском храме Александра Невского в эту священную ночь состоялось торжественное богослужение, где собралось много верующих. Те, кто соблюдал все традиции крещенского сочельника, постился в течение дня, и те, кто просто хотел очистить душу. Сегодня я покрестил одного раба Божия. Он принял свое крещение в крещенской купели. Все радостные, здоровье. Дай Бог всем. Никто никогда не болеет, когда окунается. Ну и получает очень большой заряд сил, прилив энергии, божественной благодати. И потом сохраняет эту благодать на весь год. Верующим в наших краях приходится нелегко. Окунаться в воду при температуре воздуха около минус 15 сможет не каждый. Может, поэтому к таинству купания в средней полосе подходит настолько трепетно. Ведь ледяная крещенская вода, как считают люди, не только очищает душу, но и способствует улучшению здоровья. Я готовился долго. Да. Это не просто так приехал, нырнул и все. Настроился вот первый раз духовно, и морально, и физически. И вот все, теперь сейчас езжу. Если ты веришь в Бога, то все будет хорошо. Выходишь и... Совсем другое ощущение. Совсем другое ощущение. Такое ощущение, как будто вы очищенный человек вышел. Как будто рожденный вот с данного. У тех, кто окунается не первый год, уже сложились свои традиции купания. Халат, тапочки и полотенце обязательно. Как согреваться после? Чаечек там дают, все хорошо, здесь все здорово. Вот уже несколько лет подряд купание проходит под пристальным вниманием различных служб. Ведь обеспечить места у проруби – главная задача. Устанавливается купель, удобный спуск, места для переодевания. Ну и как же без горячего чая? Для купальщиков оборудованы купели, сходни с входом-выходом, с поручнями. Работает пожарный караул, спасатели, водолазы. После купания людей переполняют эмоции и восторг. Это как начать все с чистого листа. По отзывам смельчаков, вода вовсе не холодная. Здесь главный внутренний настрой. С праздником вас! Расскажите, спасибо. Пожалуйста, как впечатление? Замечательно. Первый раз? Холодно, первый. Не второй. Какие ощущения? Классно. Супер. Дети в полотенце. Очень здорово. Вы знаете. Это первый раз? Нет, третий уже. Отлично! Чемпионы! В купании главное – светлый разум. Если по каким-либо причинам окунаться вам противопоказано, не рискуйте. Главное на крещение – сходите в храм и принесите домой святой воды. Диана Гаврилова, Анастасия Нурхонова, Владимир Бежонов, Видное ТВ.